тебя, она поумнее тебя. Почему поумнее? Она же директор. Потому что вот позволяет кричать на других. Особенно тебя надо кричать. Ты бессовестная. У тебя почему глаза черные, блин, ты бессовестная. Не надо. Потому что у меня глаза черные. Язык у тебя прикусил. Мам, тебя не научил прикусить. Я с вами культурно общаюсь. Я с тобой не хочу разговаривать совсем. Ну тогда не разговаривайте. Почему вот иди и сядь, присядь в свое место. Но мне здесь удобно. Тебе удобно. Привыкла, блин, молодежь. Рот затыкать. Потому что позволяете на бабушку, которая старше вас, кричать. Я тоже старше тебя намного. Так я на вас не кричу. И вот и нечего тут стоять около меня. Привычку взяли, молодежь. Рот свой открывать. Один-то, второй-то, третий. И платить не собирать никто. Я заплатила за проезд. Вот и сядь и заплатила, сиди молча. Не влази ни в твои дела. Вы почему я кричите на меня? Я разговариваю, бабушка, а не с тобой. Вы почему кричите на меня? Терпеть не люблю, когда влазите. Вы почему кричите на меня? Я вам не позволяю на себя кричать. Вы кричите, водитель не говорит ваше имя. Вы так здесь вот кто? Что мне говорю? Вы кондуктор или продавец на базаре? Вы почему так себя везете? Привыкли мне. Это вы привыкли, как на базаре. Иди. И мне меру не мотай. Я стою. У меня до ночи работать. Работайте. А я должен работать. Ага. Что? Я знаю, как вы там работаете. Как? Понимаешь, значение по подлёпке не годится. Моя страна золотом работает. Я вас поздравляю. Дочь.